хочу пиццу. Привет. А, привет. Привет. Привет, брат. Привет, брат. Ты как, брат, без меня, брат? Брат, я без тебя, брат. Здорово всем. Пена, иди нахуй. Чего? Как хорошо быть одинокой. Тихо. Посмотри. Я буду Джоана играть. Ты опять про свою Джоану, да? Ту про Лолочку, ту про Джоану. Я поняла тебя. А, секретный телеграм. Понятно, я пошла. Я сам поеду. Ты решил за спидранить, да? И типа, ну... Не-не, я просто хочу покататься. Мне очень нравится спортсмен на велосипеде ездить. Ой, блядь. Я шмеля хлопнул. У меня сегодня днюха, я его поздравил. Хлопнул его. Здорово, брат. Чисто поздравил его пулей. Ничего страшного. Когда мужчина взрослеет... Ну, ему необходима операция. Мне 54 года, у меня будет операция. А как часто вообще у тебя проходит операция? Каждый год в одну дату. Ну, так врач, да, говорит? Да, просто в Израиле там принимают только в эти дни. Конкретно с этим недугом, скажем так. То есть, получается, обычно это на 2-3 дня. С 13 сентября по... 15 обычно там проходит. Да. Каждый год. 15. Да, с 13 по 15. А какое используется снотворное? Да. Сколько градусов? Дедушка, ты жирная уебищ. Дедушка, ты алкаш. Я понял. Только микрофон включил, уже хуями накрыл. Какое шо снотворное? Да. Это... Ты имеешь в виду амнезию? Амнезии, да. А, так это, блин, разлив... Да хуй его знает, слышишь, по-разному, блин. А чакры, например, почему? Чакры? Соси хуй! Ха-ха-ха-ха, бач! Да, сука. Да, какие же они слабые, жесть. Ну, у меня вообще со всеми девочками секретный телеграм есть. И там типа видеосвязь. И включаем, мы просто наводим на ураны вот эти вот. И все. Ну, и типа секретки. Да. Блять, мне выебли. А, брат, залезь на ящичек. Нажми просто пробел. Пробел нажми. Поднимай, братик. Я не знаю даже, как это произошло, спасибо. Я хуй. Брат, брат, садись лучше, брат! Ёб твою, блядь, как чувствовал, сука! Я чувствовал эту хуйню, блядь, честно, блядь. Брат, пиздец! Борис, дальше. Я просто почувствовал это. Брат, все, я за тебя сейчас буду мстить до последнего. Похилься. Сейчас уебе тебе, пиздец. Не, нормально. Давай, брат, всего 11 человек. Да, я чувствую каждого. Блять, перезарядка. Вот урод. Брат, зона в машину. Ёб твою. Иди нахуй, хуйла, блядь! Я, блядь, не почувствовал приближение! Меня заблокировала Фатина, нахуй! Блядь, сука! Алла! Твоя мать, если хочет, пусть не стесняется меня, пусть позвонит и скажет, я хочу тебя. Я отвечу, да, малая, приезжай ко мне скорей, я буду тебя ебать, как сельдерей. Эй, сосочка, иди сюда, моя, заинка моя,
пышная. Ты че, не маньком? Что за бред? А что это за песня вообще? А я не знаю, я отходил, это хуй, что так махнуло. А ты куда отходил? Я отходил в санузел. Привет всем, это Пуки, Пуки! Опа! Сука, пи***ть. Тихо, спокойно. А у пены вообще влог планируется? Компьютера нет у него. Переносного. Своего собственного. Что? Свой не дашь? У меня нет переносного компьютера, у меня статический. А статический ему не подойдет? А, то есть, чтобы он сидел в моих социальных сетях на моем компьютере. Ну, может, понимаешь, мой компьютер это как мои личные трусы. Кто-то, если, сука, на него сядет клацать, просто секир башка. Но у него же есть смартфон. Нету. Апока. Я его Апокой подарил. Кому? Там человеку этому. Зяблику одному. А когда относишься к девушкам, да, с короткой стрижкой? А как это? Насколько коротко? Лысая, что ли? Нет, под мальчика, знаешь, такая. А, нормально. Ой, брат, погиб, ты лох, блядь. Конечно. Какой этаж? Первый. Пиздец, про девушек, кстати, умер, блядь, из-за этих девушек, давай, сука. Это как фотку я вспомнил, такая, типа, пи***а женская в трусах. И написано, это рыбий рот, и он тебя осторожно, съест, блядь. Осторожно, тут машина. Тихо, пенч. Она антиколесная. И чё мне, выходить, что ли? Да не, ну, играет. Да нет, я так играть смысл. Все равно не умру сейчас. У меня никогда не было девушки афро-русской. А гэнгста-чики у тебя были? Не, вот как раз такую вот хочу бы, аганству. Опа, меня въебала зона. Это меня въебало. Прикинь, вот эта хуйня с неба упала красная. Ну, бимба. Я попал под давление челокоса. О, сука, брат. Мы не можем 50 зомби победить, ты понимаешь? Насколько хуёво. Так, сука, ты понимаешь, что оно же всегда так в жизни происходит. Всякие мелочи нам мешают стать лучшими. Это всегда все так. Это правила жизни таковы. Вот. Это все лаги, так называемые. Либо... Все проблемы в твоей голове. Все проблемы, да, идут из головы. Пока тебе 30 или 40 максимум, все у тебя в голове, все проблемы. После 40 уже проблемы с организмом и головой. А у тебя и то, и другое, так я понимаю. Если бы ты понимать мог, я бы с тобой бы пообщался. Так, название комнаты — батя лох. А что, если бы ты не проиграл, мы бы выиграли. Ну как? Я под эту песню смотрю. Ну, даже фотки из Самары. Не надо. Не надо. Чё, брат? Чё, мы с тобой многое успеем. Пойми меня правильно. А мне под эту песню девка попу скинула. Заткнись. А какая у тебя теория про поколение? Можешь, пожалуйста, поделиться? Ну, каждые 100 лет... Каждое поколение, то есть, допустим, оно все делается тупее и тупее. Ну, правильно же, вот... Ну, это, ну, это ж как бы, ну... Это объяснять не нужно. Все же, люди, которые родились... Позже они будут тупее тех, кто родились раньше. Что за хуйню ты пиздану? Я имел вот в виду... Вот эта как она вылезает вообще без спроса? Пенч? Так у него микрофон есть. Он сидит там с ним. У меня ж тут микрофонов целый парк. Он
А расскажи, как ты вообще придумал играть в зомбу, ну вот в таком формате? А я не помню уже, честно, не помню. Не помню, было много разных вариантов. Вот, но вот эти настройки, я к ним пришел не так давно, то есть пару лет назад, может, год назад. Ну как к настройкам приходил, я помню прекрасно. Да, да. Да. Нет, не помню я. Ты что думаешь, я помню, блин, что-то? Я так часто стримлю, что я ничего не запоминаю, понимаешь? Я же почти каждый день поточен на протяжении 10 лет уже. Ты же понимаешь, что это пи***ц. Это просто уже настолько сильная привычка, без которой жизни не вижу вообще. Я продавал диски, продавал книги. Это у меня такой бизнес был. Книги? Книги, да. Какие книги? Смотри, сейчас я тебе расскажу. Значит, только давай без ха-ха, чтобы ха-ха не ловило. Это реально настоящее. Ноль смеха. Вот смотри, допустим, у меня появился первый принтер, да, печатная машинка. И так. Появился принтер у меня, знаешь, какая модель? ХП, ну, Хьюлит Пескера, что-то, по-моему, тысячная модель или что-то такое. Просто на четвертой бумаге печатал черно-белые брошюрки, такие книги. Вот, я в интернете находил информацию, там, допустим, книга, там, с аккордами песен, допустим, какой-то определенной группы, скажем, да. Короче, любая информация, которая была в интернете, я ее мог распечатать, то есть книги такие делал. Вот. Ну, допустим, вот много продал книг, вот этих вот аккорды на гитару с песнями, да. А я их продавал, то есть на принтере печатал, продавал. А у людей не было в тот момент ни интернета, ни, соответственно, принтера. Это было вообще у единицы, да. 2000 год был. Тогда только зарождение всего этого было. Я продавал. Кому продавал? Продавал в учебных заведениях, там, где я учился. Многим людям продавал. Своим, скажем, коллегам по цеху, да, вот, с которыми я учился. Через знакомых. Ну, продавал нормально, так сказать. Ну, не миллионер был, но у меня всегда деньги были. Я продавал книги вот эти вот. Потом, чуть попозже, тоже у меня в одного из первых появился этот CD-ROM, точнее CD-RW, который диски пишет. Пишущий, mm-hmm. Да. Я начал, ну, с интернета выкачивать игры там, фильмы, музыку. И также продавать диски тоже людям. Это мой такой бизнес был. Да. Ну, тогда, ну, диски продержались много. Диски продержали в свое время много лет. Ну как много? 5 лет точно они продержались. О! Сихуй, чмошник ебаный! Ну что, как полетаешь сейчас, а? Ну как у тебя дела, батчик? Как у тебя дела? Мне охуенно, я почти тебя убил. Да. А чё ж ты лежишь как девочка? Не слышу тебя. А я отдыхаю, братан, у меня сейчас рядом мюсик, мы кайфуем. Юсик, чё ты ржёшь? Бачар, Юсик, я на тебя кисти, блядь. Батуа, ты чё? Блядь. Ёбать. Нормально, берись. Осталось чуть-чуть, брат. Зомбу хотел вывести за зону, понимаешь? Но ты попал под влияние челокоса, ты это понимаешь? Лосокос произошел. Маневрируй. Блять, за мной едет машина. Мама, на мне. Блять. Давай, два осталось. Жес. Один. Потненько. Хуй в машине, да? Ну, млёт. Сосать! Вообще изи же. За победу 40 000 обещали.
Сейчас скинут, подожди, сейчас. Кое-как, блядь. На изи вообще. Не-не, я вообще не почувствовал даже. То есть вообще изичная. Изичная была.